коридорах студенческой больницы ОГУ многолюдно. Однако это не пациенты, и пришли они не за врачебной помощью, а чтобы самим оказаться в роли помощников. В честь Дня донора любой желающий студент или преподаватель может прийти сдать кровь. Для кого-то это впервые, но каждый понимает необходимость и пользу этой акции. Это довольно важно, я считаю. И помочь людям, которые болеют, которые нуждаются в донорской крови. Нередкое явление, когда кому-то во время донации становится плохо. Однако добровольцев это не останавливает. Даже тем, кому страшно, например, моей подруге, мы все равно стойко переносим это испытание, потому что, спасти чью-то жизнь куда важнее, чем, потерять сознание, все-таки с этим все будет нормально. Оставаться в стороне сложно, поэтому я тоже сдаю кровь. Сначала заполнение анкеты и сдача крови на анализ. Врач определяет группу крови и уровень гемоглобина. Если он будет низким, то человек не допускается к донации. Следующий этап – регистрация в реестре и измерение давления. Затем начинается забор крови. Процесс будет длиться не более 10 минут. Всего у меня заберут 450 мл крови. Для меня это неощутимо, но кому-то это может спасти жизнь. Как и для многих студентов, этот опыт у меня первый. Однако некоторые молодые люди делают это регулярно. Например, мой сосед по кушетке сдает кровь уже в пятый раз. Он знает, что помимо помощи другим, донорство благотворно влияет на собственное здоровье. Думаю, это даже для организма полезно почистить кровь. После забора крови каждому донору полагается 681 рубль компенсации, справки по которым на работе или учебе положены 2 дня отдыха и памятный сувенир. Вне зависимости от того, в какой раз вы сдаете жизненно необходимую жидкость. Среди преподавателей есть те, кто уже заслужил звание «почетный донор». Люди, приходившие на станции переливания десятки раз. Их награждают в конференц-зале. Как врач могу сказать, можно жить без многих органов, но жить без крови нельзя. И все те, кто участвует в донорском движении, безусловно, безвозмездно делятся самым ценным, что есть в теле человека. Это своей жизненной энергии. Врачи отмечают, что ежегодно в России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови. Национальный день донора – лишь повод напомнить о том, что героем может стать каждый. И для этого не обязательно ждать особой даты в календаре. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня.